Вот и наступил тот самый ответственный момент. ЕГЭ. Боже, как же я волнуюсь. Но я все сдам. Я уверен в себе. Майка, послушай меня. Ты обязательно должен сдать на отличный ЕГЭ. Иначе тебя не возьмут ни в какой университет. Глупые сейчас люди. Никому не нужны. Тебя на работу не возьмут. Как ты потом в жизни будешь устраиваться? Мы с твоим отцом, как ты знаешь, еще в школе познакомились. И мы всегда на отлично учились. Ты не должен нас позорить. Ты понял? Все. Надо собраться с мыслями. Я умный. И у меня все получится. Ну что, ребята, я желаю вам всем удачи, вы все у нас, ребята, умные, все сдадите. Осталось только сделать один единственный последний шаг – сдать тот самый экзамен. А впереди вас ждут интересные студенческие годы. Здрасте, извините, не подскажете, в какой кабинет идти, а то я маршрутку долго ждал, ехал. Так, сюда подходим. Колющих, режущих предметов с собой нет. Быстро все вытаскиваем, если что, потому что у нас тут серьезная организация, вообще-то ЕГЭ сдаете. Это путь в жизнь, вы же сами понимаете. Так, что у тебя там пиликнуло? Телефон, что ли, где-то прячешь? Давай, доставай. Все равно вас в конечном итоге все спалят, не сдадите. Зачем вам эти проблемы нужны? Ай, да у меня вообще кнопочный телефон. Ну ладно, Натя, держите. Скажите только, куда идти. А неважно, какой, кнопочный или не кнопочный. Я охранник. Моя задача, чтобы вы без всяких этих приборов зашли. В 305-ю поднимайся. Здравствуйте, извините, я опоздал немного. Можно? Молодой человек, вы вообще в курсе, куда вы пришли? Это вы на урок можете еще хоть как-то опоздать. А мы тут ЕГЭ сдаем. Проходите. Никогда в жизни так не переживал. А что, если я даже порог не пройду? Сынок, ну что, удачи тебе на экзаменах. Помни, что мы с папой тебя поддерживаем, любим. Спокойно соберись, все будет нормально. Просто этот этап тяжелый, нужно пройти. Сам понимаешь, ЕГЭ — это всего лишь шаблонные знания. Они не показывают, насколько ты умный или глупый. Это всего лишь баллы, всего лишь цифры. Нужно отбросить все плохое и спокойно решать задачи. Так, ты все проверил? Да. Точно уверен в своих ответах? Уверен. Все хорошо. Ну что, Лех, согласись, экзамен довольно тяжелый был. Ну я, в принципе, все решил. Думаю, баллов 90 должно по-любому выйти. Потому что, в принципе, часть С вся решена. А ты чё как? Не знаю, так, в принципе, вроде нормально, но я до части С не дошел, мне просто даже времени не хватило. Да и вряд ли бы я там что-то решил. А так, базовое задание, да, сделал. Жесть, аж руки трясутся. Интересно, что там у меня? Ну чё там, надеюсь, я хорошо написал. «97 баллов, да!» 24 балла? Да, дружище, ты же сам понимаешь, что сейчас без ЕГЭ вообще ничего не добиться. Я хочу сдать отличное ЕГЭ, чтобы поступить в самый престижный вуз. Я не должен подвести родителей. Вы должны понимать, что без ЕГЭ вы ничего в этой жизни не добьетесь. Нужно хорошо учиться, чтобы сдать ЕГЭ. Сдать ЕГЭ. 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 Какое же будущее меня ждет? Подпишись, если хочешь, чтобы вторая часть этого крутого сериала вышла как можно быстрее.